Выборам бойкот! Выборам бойкот! Выборам бойкот! Выборам бойкот! Уважаемые граждане, убедительная просьба. Освободите площадь. Не мешайте проходу других граждан. Соблюдайте организованность и порядок. Важно, чтобы ты имел свое право на выражение. И то, что это право явно нарушается, это, конечно, печально. Я здесь стою не потому, что я яро поддерживаю Навального, или потому, что я прям считаю, что Путина надо прям повесить на первом же столбе. Я считаю, что есть проблемы, которые замалчиваются. И я не хочу, чтобы они замалчивались. И я хочу, чтобы мой голос тоже был услышан, как и голоса многих других людей. Сил было очень мало, и исторически попросил для того, чтобы потом разжить войну. Я хочу иметь право выбора. Я сейчас не вижу ни одного кандидата, за которого я могу проголосовать и доверить им свое будущее. Для нас, для будущего поколения, для меня как для специалиста, ну, будущего в этой стране как бы, ну, нет. Я не могу взять ни ипотеку, ни нормальный кредит. У меня будущего в этой стране нет. Конечно, такого не беспредел выборов нет. Власти, ну, не все знают, кто у нас у власти. Люди, которые власть узурпировали, я абсолютно согласна с этим Шендеровичем. Поэтому я хочу, чтобы мои дети, мои внуки жили в свободной стране, где закон будет один для всех. Полностью порядок. Я пришел сюда потому, что меня не устраивает то, что я живу при Путине почти всю свою жизнь. Путин нарушал много раз Конституцию. Я считаю, что закон надо исполнять. Если закон не исполняется президентом, то президента надо менять. Соблюдайте площадь, соблюдайте организованность и порядок.